Всем привет, дорогие друзья, с вами Джексон. Сегодня я хочу поговорить на такую серьезную тему, как игра в Майнкрафт на компьютере. Дело в том, что не все могут поиграть на компьютере бесплатно в Майнкрафт. Кто-то заходит на сайт Майнкрафта, и на этом все заканчивается, потому как игру нужно обязательно покупать. Я как бы давно пользуюсь, нашел вот такой лаунчер. Ну, я как бы не собираюсь его рекламировать, я просто хочу показать, как играть. Вот, это Майнкрафт лаунчер Анжукайдо, короче. Ну, типа, Анжукайдо его сделал, какой-то китаец, наверное, не знаю. Блин, честно, не хочу парня печалить, но уже честно, лаунчер кайфовый, все дела. Вот, нашел вот, написал просто в гугле, вот, лаунчер Анжукайдо. И вот здесь вот, с первую херню тыкнул. Вот, здесь вот вроде бы как можно скачать. Ну, сейчас посмотрим. Блин, кидает, конечно, тут рекламу смотреть, все дела. Не хочу, конечно, чтобы вы смотрели эту дрянь. Вот, тут, ну, главное просто справа подождать тут 5 секунд, после этого можно пропустить, ну, это уже вы и так, наверное, знаете. Те, кто сейчас что-то качает, они знают. Вот, и скачивается вроде бы как лаунчер. Сейчас посмотрим, он, не он. Вот. Вот, ну все, короче, он открылся, то есть это классный лаунчер. Просто пишите там что-то, Force Update, клацайте Enter Game и играйте в Майнкрафт. То есть, в принципе, да, блин, что я парюсь. Вот, точно такой же у меня здесь вот. Всегда в нем играю, вот. Вот, точно, вот он, Анжукайдо, там, бла-бла-бла, все дела. Вот, потом все пропадает, ну, и вы просто играете в Майнкрафт. Все нормально. Причем, как в синглплеер можно играть, так и в мультиплеер, в принципе, это вообще не проблема. Вот, то есть, ну, там, без лагов, без ничего, то есть, все нормально. Обычный Майнкрафт, как бы, тут ничего такого нету, вот. Ну, и настройки, пожалуйста, все дела, тут текстурпаки, все работает, то есть, в принципе... На компьютере поиграть это вообще не проблема. Поэтому, как бы, надеюсь, я вам помог. Спасибо за просмотр. Будет также хорошо, если поставите лайк, конечно, буду благодарен. Вот. Ну, самое главное, чтобы вы были благодарны мне. Всем пока.